Почему мы так? Сейчас попятил. Ну конечно, донаты непонятно все. Это вот она вообще донаты третий император пятый или как третий. Не, не ясно, почему это работает. Все логично. Блять, чуть запизделся. Он мне костицами уже понаходил. Там вообще дэк просто присоединяет. Ну вот сам, каждый сам точку выбирал, так что давай не пашешь. Тащи. Там что-то осталось, 7% почти. Нормально. We cannot allow the enemy to learn of our espionage. It would mean enemy personnel. Я хуй с тобой пойду, что-то I will consider what I've learned from the skirmish. Good work today. Not only have we decoded the enemy transmissions, we have also disrupted their communications. Да, там пацанов прессовали нормально. Ну а что сделаешь? Извините. Куда деваться? Да. А, хотел бы на выживалку сейчас ходить. Не, ну нормально мне за это. Так, пока не присылали. Место выживания? Не красу возьму этого. О, у меня Лордс докачался. Ну блин, на всякий случай пирана. На всякий случай. Так, ну-ка я что-нибудь улучшить могу. Меза, 5 штук. Должно хватить, погнали, все. Сейчас я. Оп. Все, она присасывается. Машина адекватная? Может быть. Кем они играют хоть? Просто и Нарос.
Блин, два фроста получается у нас. Life support has cut off. They're trying to choke you out. Hold on. I'm sent auxiliary life support. I've delivered a life support capsule to the area. Act. We'll buy you more time. You found a fissure. Look out for reactors. Fallen enemies will drop crucial life support. Be on the lookout. I've delivered another life support capsule. Tenno, prepare for life support. Какая именно? Какая возле меня? Это спутник. Каждый спутник имеет свою способность средства. А, пока все замерзли. О, бесконечный век из Ханова. Что за кубик Рубики? Да не взрывай их, господи. Кидают дальше. О, я не кубики взрываю. Эти типа взрываю. Это вот эта хрень так вообще не стреляет? Да, это не тем много.
Еще хараукарка шваляет что. Только оптика, баллистика, бля, как хорошо тут все выпадет, а? Да. Почему мне мало? Париться мне мало. Все? Нахер ты доходил? Так он будешь топить стоит. Где там наше стрельбище? Не, не оборвет. Не боже. Get ready for a capsule. Don't forget the reactant. You need more to open that relic. На выход. Наверное. Я вас больше не удивлюсь. Не спорю. А теперь бежать от пернички подбирать. Че, какая-то слабенькая у него ульта. У меня она на пол карты раскидывается, а не так как-то кучно. Вот так вот лупить надо. Ну, хорош, 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 хорош. Ты сейчас на кого-нибудь посмотришь, блядь. Что не а, по хуй ушел, что ли? Да. Там даже что-то не писал, по-моему. Знак вопроса. Life support capsule. Finish your mission and we'll take off the side.
longer you fight, the more successful we will be. Сейчас развалить можно взять. Пятую. Четвертую. Ну, вроде мог не теперь это будет. Нет, братан, мы здесь пройдем, а вы здесь пройдет каких-нибудь, теперь захотим. А пойдем, кстати, да, пойдем к эвакуации, по эвакуации встанем. Давай, только я сейчас отсюда все подберу. Кто это здесь? Угадай, блядь. Кислород, срочный кислород. А, 10 минут простояли, ё. Чё сейчас было? А это не перезарядится. Я так и подумал. Так, ну давай, давай вот здесь это самое. Всё, и ну, будем стоять, отлично. Какой мразь это сделала? Да недолго. Так, где, где, где? А, где? Буга гашенки. Лоховской какой-то не купол. Как вот так, собственно. Вот так вот уступить надо. Через всю карту. Чего ты обосрался, блядь? Да, кстати, знаешь, как первый большой взрыв Бугакашенька звучит в оригинале. Ой, на взрыв такой. Да, мне еще один нужен. А, что здесь собрал? Все? Все, все, пошли на. Вот там один долго не постоит, конечно, от пизды попадает. Базинга. Можно загуглить. Нет,
Un momento. Давай, пока разбегай. We will all share in this bounty. As long as you can. Он просто реанимировал свою эту. Я реанимировал свои наушники, поэтому они... Изоленты замотал. Ага. Че, у меня еще две. Че, думал, 10 минут простоял и все. Ты что, блядь, братан? Тебе надо было тогда уходить вместе с тем чуваком. Это у нас еще реликвий немного. Вот это по часу можно стоять. Он опять такой обосрался. Ребята, года мой. Он мне, блядь, напоминает такого, знаешь, короче, очень правильного парня такого, которого, который типа попал в какую-то такую тусовку. С пьяными мужиками, ну, с пьяными своими друзьями, короче, который никогда на нее не ходил. И, бля, пацаны, как не там. Вот, ну и селуха начинается. По 270к улетает. Красота. Стало 20, ну неплохо. Надо тоже проверить прогресс. Знаете, в чем самый цинизм? В том, что, короче, если мы их не останавливаем, они идут не к нам. Так, Зори на 9, Векс максимум. Вот про вот эту фигню я говорил. Где у меня написано убийца, про эту фигню говорил. Все, дадим ему просраться. Вот. А пускай стоит. Пусть стоит. Он тут 4 купола поставил, блядь. Во все дырки какие можно понатыкал. У меня один до сих пор держится, блядь. Побрал. Какой-то неопытный Фрост. 20 ранга. Без минут на желалке стоит. У меня как раз просто именно для выживалки обороны. Под купол и это самое. Ульту. Вот. Ну что, максимальное количество инсензирует? Инфекцировает. Не знаю, я не трогал. А сейчас был я. Это те микрозадания, про которые я говорил, за которые опыт получаешь. Убираем. Пойти поразвлекаться парным зорьем, что ли? Давай пока собрали, минутка есть, чем развлекайся пока. Потом на зоши бы их не доходит. А, это подержание потом. А, это у меня.
как по этому, блин. По пушке кирпича. Не раскаточными, жирными, без модов. Ну, идите ко мне. Just found. They could not do this without you. Так, кто-то жрет ману. Да все я убил. О, кроме. Шестой. Так, у тебя крайняя, да? Да. Ладно, сейчас еще одну добудешь. Не здесь чего не уходит. У меня есть что-нибудь раскачать, как я посмотрю. Нет, у него просто там 29, он, наверное, даже так бы хотел. Мне кажется, он шел сюда открыть одну реликвию, которого не было, и он боится потерять, что у него там было. Ой, а там валька была, что-то еще было. Ничего такого глобально интересного. Да. А он две открыл. Он две открыл. Сразу? Да. Он, по-моему, на 10 минутки уже назад убежал, да, на это самое. Не, на 15 назад убежал. А. Он Д2 еще он, открывал. Он, да, он открыл и побежал. Бля, пацаны, я хотел только быстрее запускать. Это с тобой мы тогда, короче, пацаны мучили? Не помню. На выживалке, короче, в этих... как его... бездне. Да, да, я еще да, не играл. Да, 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 да. Сколько там час вроде стоят? Ага, он все бегал. Из реликов без силы. Чё мелко херня, офигел, что ли? Никого не скупало. Ну ты хоть знаешь, Идрис кто-то пропёрдывается, бежит, что-то там собирает, рисует. А вот там что-то тоже каркас хороу валяется, это, наверное, за ним бегал. Ну там еще один упал. Бастиды, Мартиды. Смотри, учись, как папка Фрост воюет. Нихуя к себе туда, блядь. В логово. Так, ну я открыл. А у меня одна осталась. У него возле логова валялся, добрал. Все, открыл окно. Пс, пацаны. О. Ну нормально, по осколкам нет, там нормально такое. По осколкам, да? Говно полетал. Так далеко это не делаешь, потому что они постоянно. Ладно, пускай ближе куда идут. Да, вот пускай они подходят где-то, вот как они начнут к нему заворачивать, тогда могут. Тебя же по осколкам осквернение проходит. Да, причем если они на две части разлетаются, обе оскверняются. Ну, у меня-то они разлетаются больше, чем на две части. Ну, я не знаю, если, короче, ты на две части режешь, вот, или, например, ты труп уже на две части порезал, там, если по нему еще раз туда сюда труп, ты его типа разрезаешь. Вот, а у него обе оскверняются. Как бы на маму это не мало влияет, потому что, ну, вообще против жира оскверняется. Слушай, а эта штука, кстати, если ее
нормально вчерашки, его надо будет нормально тащить. Вот хреново. Ты чё тут вообще такой дерзкий для себя поверил? Ну, скажи, кажется, так, Россия дали. Угу. Нам бы потом как-нибудь найдут. На Венеру на оборону сходить пофармить релики. На Венере же, по-моему, да, там их куча выпадает. На Сатурне его. А. На Юпитере. А Нео релик падает, короче, на эту длинную планету. Что там, короче. Да Нео у меня нормально. Нео мне хватает. Акси был на флажмах, а они там в жестких местах падают. В бездне где-нибудь. В бездне, в темных секторах жестких. Сразу зайти в полубадали все. После заморозки. Патрон кончились? Серьезно? Ой, что-то я не перезарядился. Развелось. Открыл. Ой, я два купола поставил, да? Нейрооптика. Что-то нейрооптика реже падает. Нет, не реже, еще фуловая. Ой, я тут вообще молчу. Так что там подарить заказы, которые бомбардировщики такие делают, которые там слабо висеть, а тут очень сложно. Что с твоей репутацией?
что-то их там месило. Купол подобьем отсюда. Ну. Фокус капается чуть-чуть. Все, чувак, расслабься, ну все. Слава господи. О, какой большой выбор-то. Вообще огромный. Расслабься, все. Ой, во мне кусок льда застрял. Бля, ты прикинь, вообще кроху не хватило. Лекс у меня раскачался. Сурену до 12-го. Все, давай, не бояться. Так, что сюда нужно поставить? Все, все, давай, давай. Так, а туда можем поставить что? А, да. Апекс на сборку поставить. Так, где у меня вторичка? Апекс. А, типа даже не знаю. А, она мне... Вот так, она мне без катализатора. Вот, в чем дело. Так, хорошо, если... Мы поставим, потом мы поставим сюда. У меня Зорин вообще без всего. Так. Stand by while I analyze the intelligence profiles of the Grineer. Error, not a number. Did the operator enjoy this witticism? Нет, он на самом деле не стоит. Вот что сюда нужно поставить, это очень важно. Да, вот это мерзли поставили. Не-не-не, не нужен мне тут гамма-кор для мой цистер.
Сейчас я побан каркас. Металлист, филдран, детонит. Диверсия, шпионаж, захват. Неораскопки. Неораскопки. Все, конечно. 26-28. Это, конечно, для 7 минутов роста. 7 минутов роста! Так, Серега, кстати, не заходил, нет? У меня не было уведомлений. Ну ладно, сейчас, секунду. А сколько там? Там полчаса. По времени еще. А, ну нормально, сейчас я. А вот отсюда можно вытащить Рина. Надо проще не думать. Та-та-та-та-та-та. What are you curious about? Так, это на Мирашку. Вон, Мирашку в чё-то за эти самые. Улучшение зеркальной галереи. А кто там на раскопках? Это же разрыв, какая разница? Ну, там в большинстве кто-то будет. Гринирс, по-моему. Сейчас скажу. Не, спиздил. Корпус. Вам похуже. Ну я корень взял на дораскачку, с сестрами буду бегать. Пошли. Так, подожди секунду. Я прям, даже... просто так ходить. Я прям даже не знаю, что с собой взять. На мискила. О, у меня даже на Мирашку до сих пор есть эти рельки. Мирашка, их куча этих рельков. Мирашка, блядь. Уже теперь там нахуй не нужно. Собираю, кстати, себе прям... Мирашку буду собирать еще. Что она сказала? Трёгнула? На энда, что ли? Да.
80-50. Все крохи, блядь. В море, блядь. 85, это чё? Тоже после первой волны сбегут, после первой реликвии. На головастиках. Ух ты, ёптать. Пятый ранг. Это да, это с ребятами. You found a fish tank. Look out for reactant. Мне кажется, он не понял вообще, куда он попал. Не, он так хвостом хотел. They're dropping reactant. Кстати, надо проверить, корень-то будет их высекать, потому что это самое. Сестры можно не пользоваться. Ай-яй-яй-яй. Что это за это лежат? А, слушай, курень да так их высекает, в принципе. Неплохо. Да нет, походу, правильно побежал. Не, это я все не помню, я не помню, я не помню, что запишу. Ага. Я 13-го, он 18-го. Ну-ка, не замерли. Что-то не пойму, а где она валяется? Ну, убежать-то, блядь. А? Отлично. А где-то херня лежит, не пойму. А наверху. Как-то добраться, блядь. А здесь вот. The excavator has lost power. Find another cell. Вон он еще. А фиг узнает, какой максимальный ранг. Scanner has picked up a target. Go to the dig site. Okay, ready to blast these machines into spare parts? Так, с энергией все в порядке, он видно. Где мои сестры? О, как этих, как стоячих. Сначала открываем, потом идем. А я уже пошел. Да? Ну ладно. Но все равно одна осталась. Заходу за
An artifact has been located close to the dig site. Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from enemy. They'll have plenty of robotics. Or just remember fight for themselves. Кто сломал обогреватель? Ром, возможно, я. Я просто не контролирую вот эти волны. Я, конечно, понимаю, что это тут морозок. Но просто все такое. Но, блин, я тоже мерзну. Себе, кто там так меня зарядил? Data complete. Your hard work has just been rewarded. Extraction is available, if you choose. Вот, каркас. Каркас. У меня еще одна фулварка теперь есть. Ты глянь, не слинял. Protect the unit while it extracts the artifact. Has picked up a target. Go to the site. The reactor is working on your relic. Find him. Где все? Ага, я вас вижу. Бочечку подрезать. The relic has been cracked open. Так, куда бежать, куда бежать? Там аппендикс был такой, солнцем правее. Да, я вижу, я нашел. Keep it powered and protected from enemy fire. Не курен. Вышка-то.
Его. Впрочем, тут эскалатор ебеня. Это так, к слову. Ну и ладно. Я слышал звездочку. Жаль, только не янтарную. Excavation complete. Look what they found. Protect the unit while it extracts the artifact has been located. Proceed to the dig site. Открыл, ой, я собрал. That's it. You opened the rack. Блять. Excavator destroyed. Protect the remaining dig sites. Робот, просто, как я понимаю, вот эти летающие не ослепляют. Is ready to go. Keep it prepped from enemy fire. The scanner has picked up a target. Dig site. So, Corpus are just a call. Worship and money.
заскопан. Он стоит. Ну, один экскаватор у нас расхерачен, больше ничего не сильного. С нами бегает. Я. А ты умер бегаешь? Угу. Если другого нет, то значит я. Надо же его как-то вводить. Я не зря вытаскиваю. Потому что бронка слева. А, все, ливаешь. Кончились. Ну, в этом правильно. Это не факт от меня. Excavator deployed. Protect it while it extracts the artifact. The scanner has picked up a target. Go to the dig site. Короче, который умер, это я. Который обычно это не я. А, там еще обычно я съели. Ну вот на экран обычно. А. У меня этот и другой до сих пор остались. И обычный, и Умбра. А
вижу. Странный что-то такой. Этот легкий вроде. Вот я его не сломал. Простите, 157? Кто-то поставил еще один экскаватор. Или у нас от того осталось? Еще одна босса. Это один у нас разбитый был. А, это от того остался. Так, ну, это и босса. А, все, нормально. Ульту. На самом деле, ему надо вообще крохи, 225 минут. Ну, его хватает, короче. Да. Has been cracked open. Finish your mission to find out what's inside. Кто мне аркан? А, боже. Офигеть, ослеплю ублюдок. The reactant is working on your relic. Find more. Какой щедрый малый. Такие грильки вытаскивает. А он это европейский. Это мы, опять же, лобы не а они, по-моему, нормально к этому относятся. Я говорю, если или не Локи его вытащу. Что, он нормально к этому, по-моему, относится, что ли? Есть, ладно. Они если видят, короче, что пацаны такие играть умеют, не ракуют, они нормально реально ракуют. Сколько раз замечал. Ну, короче, я помню, в общем, мы играли в четвером, там два таких тупника были просто диких. Вот. Что это? Что-то не желал, но там и дома, короче, мы тесно расстояли, все спали, а сами спали. И он, короче, смотри, в пати остался, меня приглашает дальше. Окей, пошли. И мы, короче, зашли. Вот. Там еще двое пришли такие, ну, адекватные. И он уже начал такие редкие релики ставить. А что такое? А, курсор.
Еще одна. Что там тут? Серьезно? Мы просто разводимся. Так, погнали дальше. Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact. The scanner has picked up the tunnel. Go to the dig site. Ага, еще водного было ставить. Я был вообще ставить, пока не собрали. Сейчас пустую только. Move and strike. We have to win this. Где еще? Transference still holding. А, я слеп. Вижу последнюю. Открыл. Так, это наша. Может, это не наша. Так, у нас теперь две бусы. А, это наша. Я просто стреляю без разбора, не вижу где кто. Кронина. Да, тоже возьму, наверное. Пусть будет третий. Ну и Б5 получили. Я не знаю, кто его поставил второй. А, нет, знаю. Тут один единственный бегает. Второму похеру. Так что у него нет реликов. Мне нечего открывать. Excavator
Да ты чё, глумишься, что ли? Нахера ты? Бать, вот ты мудрый, а. К этому скалатору, к этому скалатору. На F? Я не знаю, что это, да, на F. Это где-то, где-то пойду там. А, сейчас упаду, сейчас упаду. Беги сюда, открывай. Да я не могу, потому что здесь есть. Блин. Я не открыл. Вот люди ебучие, а. Да. Вот сейчас он опять 8 штук понаставит. Мудель. Не открыл он, потому что не успел собрать реагент. А не успел он собрать, потому что один... Мутиль поставил экскаваторы везде. Мы выполнили условия раньше, чем собрали реагент. Я, короче, манал, тупо буду бегать и открывать реагенты, все. Делать что хочется, придурок. Да, это тот самый. Так, 6. Да, давай откроем, потом пойдем эскалатор ставить. Я даже скажу больше, его сейчас один наш товарищ сходит уже и поставит. И сольет нахер. Я вижу вот этот третий тип, то он тоже просек эту фишку и сказал, ну нахер, короче. Да, он у нас пишет. Ну понятное дело, он умный, не поймешь, что да. Если он один побежит, он сдохнет по-свист. Да и нахера ставить, если мы не успеваем открыть. Нахера 4 экскаватора поставили? А, миссия играет. Так,
меня один остался. Эй, я только что видел. Я только что видел. Он один с консервом забрал. Я просто видел, у меня, короче. Вот это пищи. Все, я собрал. А, он на выход побежал. Ну, пускай там стоит. Ну, он там дохнет вообще. Да пусть дохнет. Дохнет, ничего не получит. Ну, сейчас в жизни прилетит и все. Прям ты там живешь. Что он здесь делает? Ничего он не сможет. А! Бесконечная сестра. Так, а где баночки? Где баночки? Чувак, у нас бутер 14 раз, а команда с 30-го, была еще не 14-й. Чё пусть сделает? Я думаю, Бурса со смеху умрет. Это единственное, что сможет его спасти. Или со стыда. Где все баночки? Ни одной баночки не вижу. Сейчас он пройдет. Вот чем тут постоянно не вижу, что такое. Гребный. Все, кончится моя бесконечная цифра. Купол, бегу. Прям вообще очень срочно. Я тут. Пойду я за планочками, пожалуй, сбегаю. Попробую найду. Или нет, стой, давай я побегу, а ты лучше за кухнем съездить. Давай. Я, правда, не так много энергии стал. О, это благо баночку отметили. Даже немножечко чайная ложечка, это уже хорошо. Вот, когда они попадают, вообще нет туда. Вот, они даже стояли, короче, махались, вообще нет туда. Что ж они попадают? Вижу банку. Так, погнали дальше. Вот они все банки.
Ладно, хватаем. А ты что, братишка, с нам прибежал, что ли? Скучно стало. An artifact has been received to the dig site. Банка, банка. Вижу, вижу банку. Забирай, я все поразделась. Взял. Еще банку несу. Excavator has lost. Find another cell. Нормально, набрали. Пусть банши будет. Четыре. О, может быть интересно. А чё, серьезно, намерен вообще? Если так, окей, давай сначала бьем, потом мы идем. Да-да-да, собираем, потом уже. Ну правда, центр патрон не осталось нифига. Бегу, бомжую. Ну еще обойму. Что такое, что патрон супер, вообще херня. Почти. Это не бог, так не знаю, есть чем. Так, баллон сразу возьми. Сейчас найдем его. А, вижу баллон. Так, отлично, давай собирай сейчас. Погнали. The relic has been cracked open.
Finish your mission to find out what's inside. Блин, а было у меня нормальное оружие, может быть, еще нормально стоять. Сестер вообще кончается, кончается. Ну, по факту ты тебе сейчас купол. Да, по мне больше сейчас оборона. Corpus technology won't be enough to stop us. Банка. Вижу, вижу, забирай. Радиация так сейчас накрыла. Босса. А, сам упал. Эскалатор быстро. Там, походу, кончилась эта энергия. Не, набирайте, набирайте. Энергия кончилась, надо банку найти. Считание этого купола. Банку какую-нибудь найду. Ну блин, говорю же назад, господи, нашли эту банку. Что же это дети малые? Да она вот лежит, банка, взять только надо и все. Все, ну чё. Complete. Your hard work has just been rewarded. Банка. Короче, главное что? Главное, чтобы не падал купол. Остальное похуй. Банки, керамки, это мы еще найдем. Главное, чтобы купол не падал. Давай, тогда возле купола. Да, в принципе, банка не нужна, он полный. Только одеваться. Я уже нашел. Я там еще одну тоже банку. Thank you.
complete. Your hard work has just been rewarded. Пусть будет Керан. Пойдет, не пойдет он. Опять уровень просто сливает. А тут уровень в глаза ни разу не видит. Пойдет. Вот, видишь, он уже брал одну так. Обратись. Оператор поднимает. Идем, идем. А, он не ушел в невидимость, ну ладно. Так нормально. The scanner has picked up a target. Go to the dig site. These Corbis remind me of the Orican. Selfish, greedy. Why did you put the Orican on? Protect the remaining dig sites. Простите, тупанул, да. Он опять, видишь, свалил. Сейчас опять там будут прессовать, он опять назад побежит. Да, в данном случае, походу, к нему рванули. А, не, не вижу. Го туда. Тут, походу, больше никто не появится. Пошли ближе к эскалатору. Знали. Из-за того, что этот не особо умный человек убежал, появится, они сейчас шепнули, туда убежали. Чувствую себя черепашка-ниндзя. Какая-то канализация, прыгаем. Я, ты чё что ли убиваемый-то? Нет, ты видел это вообще, нет? Чё, это настоящий ба какая-то. Ну вообще не убиваемый чел какой-то. Ага, то вообще не прошибается. Блять, ты даже щиты сегодня снял. Я тоже видел. Вот я сейчас цистерами целобой мы садил в него. 120 патронов. Я по нему, короче, там накидывал, знаешь, блин, выжил. Я по нему накидывал, то знаешь, сколько? Второй бой ему вкинул, он тут наполовину. И все, и кончились у меня цистры. Он заслуживает уважения, кстати. Сколько он здесь уже стоит?
Поставил. В принципе, если мы второй не поставим, то мы его соберем. Купол. Гони, как быстро он разнес. Он купольщик, что ли? We need another power cell for the excavator. Так, ну зачем нужны? Мы рядом. Следи за куполом. Так, курс убить, да? Сейчас, секунду, ребят. Мы сломали? А, не, собрали, да? Ладно, беда. Пошли ближе к эскалатору, там еще будет. Вижу банку. Правда, блядь. А, сейчас древний меня заберет. Взял банку. Так, вы побежали, да? Я за вами. Да, так у меня банок нету. У меня есть, пошли. Одна. Ты там немножко побегут сейчас нормально. Главное, чтобы у тебя энергия была, а остальное все херня. И на два купола хватит. An artifact has been located. Proceed to the dig site. Так, стойте тут.
The excavator has lost power. Find another cell. А, этот, я думал, ты упал. Рванул. Я упал. Я встану. Так, назад, 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 сюда. Так, рядом с экскаватором остался. Мира. Много ли народу? Не, немного. Серёж, справишься? Да пока вроде бы справляюсь. Так, ещё один портал открылся. Блять. А сейчас может понадобиться помощь, потому что у меня кончаются цистры. Кто там еще один открыл? Все, никого нет. Блять, они рядом здесь упали просто. Да. Я, чувак. Вижу банку. Я вижу, вижу, я вижу. Да, ты что, сломали купол твой этот самый хуйню? Да. А я стою, обороняюсь там. Ладно, 12 осталось. Где экскаватор это? An artifact has been located. Proceed to the exit. Лежи, 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 чувак. Сейчас мы тебя подлечим. Бурсу, что ли? Да хуй сам. Ескинуть какой-то. Все, пошли, что вам еще что-то нету. Да, нам продержать сколько там? Секунд 12. Честно, честно, я пошел бы дальше, только я думаю, мы не вытянем. Мы не вытянем дальше, мне кажется. Не выйти, пожалуйста. Чуваку конкретно надоело, я гляжу. Окей, ready to blast these machines into spare parts? Ты Карин, ты не убиваешь, нет? Не сразу. Он у меня нулевой почти. Вы там в ранг 12-го, может. Я говорю, у меня только цистер на них. Банка! А он подобрал ее, да? Я не подозревал, такая жопа будет, когда это появится. Я сейчас, наверное, думаю, нахер я вообще сюда пошел. Банка. Вижу.
пистолет и риски. Да оно не берется. Это не о, берется. Подобрал. Ну это риски. Все-таки я вас гранатами закидаю. Я думаю, на этом можно остановиться. Да. Лансин сберу и все хорошо. Вот, а, ладно, пошли, да. Хороший вопрос. А, ладно. А, короче, беги к нашему чуваку, который там не сидит. На его день беги просто. Вот и что. А этим туда. Тут мне подсказывает, что я куда-то не туда бегу. Ну, ты, если ты не видишь жопу, то значит ты туда бежишь. Так, смотри. Ага. Судя по всему, куда-то сюда надо было бежать. Это же безумно мне поднимать руки. We're going to need more reactant if you want to open that door. Ну где ты? Сам первый вообще снаряд, ты там последний ходит. Фу, нормуль. Кукрутик-то 270. Нормуль.
чел. Оставил только нервничать. Это вот боевое крещение, ну, грубо можно сказать. Я так далеко на нем не ходил, не играть. О, собрался этот от мороза. Хоть какой страшный у тебя шлем. Ага. Поэтому я с пропеллером хожу. Не хочу с пропеллером ходить. Ты видел, какие у него шлемы еще есть? Ну да. А мне даже, кстати, у меня только один немного. У меня Аврора есть. Ну да. Тоже хрень вообще стрёмная тоже. Ты не она, по крайней мере. Получше, получше, чем родная, и получше, чем премиумская, не смотрю. О, я хожу с пропеллером. Теногеновские прикольные шлемы, но... Теногеновские платины стоят. У него... Ооо, помирач. У него есть охуительный скин, Дэн. Есть, я знаю. Короче, если мне скидка взлетит, я его куплю. Ну это просто огонь, да ты посмотри на него просто. Харка, который? Да. Бучар атакой. Еще его. Просто огонь. Так, ладно, с тобой я потом разберусь. А 12 только? Ну, курю. А чем не уходишь? Видишь, на им хочет поиграть, похоже. Я предлагаю его в други добавить. Бучара стоит почти 200 платины. А, чел, что ты говоришь, а мы его не слышим. New alert marked on navigation, Tenno. Ай, да. Как его в други добавить, блядь? Долбаная херня. Отсюда? А, во. Сколько у меня говна тут. Да, блядь. Он там что-то говорит, а мы же в тусе, мы не слышим ни хера. Да, мы не слышим.
Я ему запрос в дороге, короче, кинул. Варфреймовский. Ну, на это походу. На русский. Акция выживания. А у тебя акции нет, да? На-а. Блин, не помню, какой у меня билд был. Да ладно. А, агрессивный разброс у меня точно был. Верное ускорение, по-моему, у меня было. Ну, с ним можно за кулы сходить, на самом деле. Что-то еще было. С 16 ранга только. Ладно, пусть пока так будет. Это если все протянуть. Ну что? Что? Ну что? А, типа куда пойдем? А, типа что? Типа что теперь? Что теперь? А, так, если за кубой, то тогда я беру Вектис. Сейчас. Ибо курентом это много не сделаю. Он против гринировцев как-то не айс идет. Да я пить хочу еще. Так, что-то интересного можно с вышки. На раскачку потом взять. Кристалл Ларгон не хочу. Тоже кристалл Ларгона. О, вот это можно попробовать. Ты не убираешься? Прости, пожалуйста. Алло, вопрос. На, по минуту. Окей. Некрис пусть не берет, некрис. Конечно, в тему. Блин, может, ближку тоже нормально взять. В принципе, она тут не понадобится. Ну, его комбо возьмет. Ну, я как всегда, если выживалка, то просто с куполом. Блин, и парнозор надо качать оставить. Я лучше, пожалуй, возьму нормальную ближку. Ага. Чё, ты до сих пор смотришь, что ли? Сколько я стрим уже? Твою мать, у меня джойстик сел. Час прошел. Сколько тебе уже стрим идет, сколько сейчас смотрит? Это 2 часа. Я тут прервал.
Блин, а сервер полностью читал вообще? А я же, короче, ну он тоже заставил. Он сподвиг, зайти хотел? Да. Ну, ну я не знаю, он сказал, типа, он вечером зайдет, типа, завтра погоняю вчера говорю. Я же вас подвиг, чтобы он опять танки скачал, вчера с ним там пару каток показал. Блин, это бракую вообще по-дикому просто. Дискил растерял. Это танк. Короче, да мы тебя не слышим, чувак. Похоже, полкан выходил тебе. Ну блин, ну сколько мы там простояли? Там, ну 40, наверное. Да нормально, мы там простояли. Ну, вдруг там чего обеспечить? Почему нет? Все мы люди. Как это? Вот, сейчас я лягу спать, успокойся. Трешь руку у меня. Не спи, не спи. Да, поспать тоже надо бы. Что-то как 40 минут, наверное, хер постоим. Ого, этот я упал. Вот этот там не знаю, что это был такой. А, я тут. А вот это я понимаю, дамаг. Куда ты меня сражать хотел? Go on the offensive. Commencing Kuva harvest. Caution, Tenno. Capsules harvesting Kuva provide minimal life support. Oh. Oh. Интересно, как раз теперь... Зарубежный друг будет у них бегать. Калинка маленька. Вот он что-то лежит. Нейронные датчики. Ой, замер. О, про самый гущий появился. Он там кем, Минерсом, как обычно? Прям... Да, вот у меня прям самый гущий. Found a Kuva catalyst. Attach it to a life support capsule to begin harvesting Kuva. Modification successful. Да, 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 именно так. Collecting Kuva. Палка размоталка. Палка шаталка.
если называется правильно, ой, сука. Простите, не расслышал, кого правильно называть? Чьих сук? Ой. О, вовремя, вовремя, да, почему-то нет. А, ну он ко мне пришел. Тебе? По твою душу? Опять я слышу гномов. Ну где ты, сталкерок? Пугаешь-то? Мы тебя не боимся. Вот он красавец. Чувак, у меня тоже такой меч есть, понял? Видите, тебя твоим мечом хватает. Размотали. Да ничего себе, прикольно. Мод какой-то выпал, по-моему. Да, тяжело, что за ним. Так где же нести? Нет. А, кто двери? Я вам не удивлен. Ты не закуплен, посмотри. Нормально. Они там, ух ты, вот это у вас отряд. Что, не ждать, да? Через дверь пускали. Без стука. Хирал по КП. Подожди, или он Валька играет? Он Валька играет или? Валька играет. Я просто слышу рёпы. Угу.
Additional life support has arrived. Ой. Где-то есть. А, вот так. Commencing Kuva harvest. Ой. Оказывается, нельзя было сказать. Закрыться мы шопы, короче, когда мы играем. Я скажу, блин, опять. Господи, когда я на батте поиграю просто из вот этих жопы, из этих боссов выпустить. А мне кажется, круто. Просто послабление от всякого какого-то от игрушки получается. Кто-то еще не появился еще. Life support capsule is now available. Это, ну, короче, ко мне сюда. Нет, 77% обеспечения, между прочим. Successful. Collecting Kuva. The longer you fight, the more successful we will be. Support on the way. Ну, я поставил только что. Так, тогда у нас очко 15 минут, ничего. Я на месте. Я не знаю, если мое, то не страшно, но вы нас спрашиваете. Молниеносный бросок выполз гнома. Это про этом кранче. А тут маленький. Похоже, да. I've delivered another life support capsule. Господи, ты дерзкий.
Типа... Очень незначительно слово, блядь. Потому что она просто слишком закрыта. Возможно. Упал. Убил. Life support has arrived. Животина чья-то бегала. Маленькая заё. Я по теме вижу, короче, вообще дикие такие. Так мёртвы. А, вот всё, она забрала свой автомат. Она, вот. Валя. Additional life support has arrived. Бешеный дебил пришел. А нафиг я выбирал выходила? Привычка. Так, а где следующий-то? Вон там горит, все что-то горит. Не, ребят, я уже далеко. Так, купол сюда и купол сюда. Modification successful. Collecting Kuba. Another life support capsule is now available. Так, я на тот пошел. Там как-то поставил, да? Да.
Get ready for a capsule. Прятался он за стеночкой от меня. А там уже походим. Отлично. А где кто-то? А, он еще не пропустился. I've delivered another life support capsule. А, вон. 4 метра. Это опционал. А, ну, о, чуть не провалился. Что там внизу такое? Прикол. Мичка. Нашего. Get ready for a capsule. Все, погнали. Modification successful. Collecting Kuba. Так, кто тут двоим здесь, а сейчас уже? We will all share in this bounty. Hold out as long as you can. Акси. I've delivered another life support capsule. Блин, надо было, наверное, вот так просто садить, потому что это течение мало. Сейчас следующий будет садить. Вот она, рядом сейчас я ее и засажу. Ого. Ребята. Воу. Ну вот что вот там. Тено, prepare support. Продолжение следует...
Another life support capsule is now available. Commencing Kuva harvest. Incoming. Move and strike. We have to win this. Modification successful. Collecting payload. We will all share in this battle. Hold out as long as you can. Ой, купол делает, где мы застываете? Ничего не делает. Беги, сколько я сам тебя закрыть, I've delivered another life support capsule. Kuva harvest.
Это я как там оказался? Incoming. Additional life support has arrived. Modification successful. Collecting Kuba. Блин, я двоих не кинул. О, поднимаю. The longer you fight, the more successful you will be. Красавчик, теперь не дом копи. Сборщику. Что-то проблема? It's okay. У меня проблем нет, просто никого не было. Бежал к вам. Очень надо брать. We fought with honor. А тот звук, который при завершении издает, сталкер напоминает. Another life support capsule. Так это поднимаем. Вот это мне подкидывает, там такие паркуры. Я, короче, я понял, меня скинули, я не успел, это. Life support has been replenished. Все, пошли. Я здесь сразу. Another life support capsule is now available. Кто мне открывает, я никак не пойму. Вот, надо все-таки проверить.
крутой. Мана. Я собрал маму. Get ready for a capsule. You are running out of time. Consider extraction. Then you give it to me. Да. Мне тоже главное, что разберусь. Тут турели по верхам рисованы были. Уже поднимите вот этот оператор, мне уже нажал. Extraction is ready. Kuva harvest. Caution, Tenno. Capsules harvesting Kuva provide life support. Да на жизнеобеспечение вообще хромает. Critical life levels. Extraction is your best option. Support on the way. Это возьму сразу. Ты чё в тупу убежал? Где здесь правда? Additional life support has arrived. Да прикинь. Не успел? Ноль, короче, и она... Встану, бегите. Another job well executed. 4000.
Телуриум. Не, не пойду. Хорош на сегодня. Давай, я тоже в байке. Все, пакеты все. Да, хорош. Пора спать. Ага. Ладно, все, до завтра.